Всем привет, друзья! С вами MV921, и на сайте Wargaming в новостях появилась какая-то интересная новая движуха. Я решил вам, ее прочитать, потому что что-то я сижу, вникаю, понимаю, что масштабы ее какие-то прям зверско охрененные. Короче, о чем речь? Появляется возможность накосить целую гору халявной серы. Ее настолько много, что даже не представить. Короче, по порядку, давайте обо всем. Все прочитаем, все вместе. Во-первых, есть некий суммарный фонд в 1,5 триллиона серебра. Прикинь бы тебе на аккаунт столько. Что ты купишь, когда купишь все танки и останется еще триллион? Не знаю. Ну, в общем, вот с 9 октября, с 9 МСК вся эта порнография начинается. 1,5 триллиона серебра. Что нужно делать, чтобы немножко получать себе? Есть два типа задач. Первое, это сыграть один бой на технике с 6 по 10 уровень, то есть твой любимый Т-150, КВ-2 и Hellcat подойдут. Просто вышел, сыграл, попал в топ-10 своей команды по опыту, то есть что ты не бот. Попасть в топ-10 своей команды по опыту при поражении или победе, неважно, тут не написано про поражение и победу, это нужно кем быть-то, чтобы не попасть. Ну просто пару выстрелов сделал и все, тебе дали 100к серы, просто вот, 100к серы. Если что, напомните, мы грустили, что на какой-то там день рождения Wargaming нам не подарили танчик, чтобы мы его не продали обратно за сколько-то там, примерно 100к. Вот это, просто тупо зашел в бой, в рандомчик именно, и бахнул 100 кассиков. Есть вторая задача, сыграть 15 боев. Причем она забавна, что она входит в зачет второй, то есть тебе не нужно 16 боев сыграть, чтобы выполнить еще и вторую. Просто всего 15. Еще то же самое сделаешь 15 раз, получаешь еще 100к серы. То есть, если времени играть нету, сколько у нас сейчас по времени там боев 15 сыграть нужно? Ну, если не в среднем минут по 5, ну, где-то чуть больше часа. До полутора, мне кажется. Ну, или полтора. Если полтора часа в день нету, просто зашел, сыграл бой и уже получил это серебро себе на аккаунт. Чуть дальше мы узнаем, сколько по времени эта акция пройдет. И просто, ну, если ее помножить на время, вы просто офигеете, сколько она в итоге сможет принести. Как следить? Этот фонд будет уменьшаться каждый день относительно тех игроков, которые все это будут выполнять. И вот здесь вот в этой новости на портале есть некий вагон, как я понимаю, это флеш, да, тут картинку не сохранить, то есть это флешка, и она типа будет считать, и будет потихоньку убывать общее количество этого всего фонда. То есть ты будешь видеть, сколько бабла осталось, и планировать дальше всю свою движню. Потом, тут еще есть возвратная фигня, ну куда без нее, само собой, может быть ради этого вся эта тема и затевалась. Короче, помимо того, что все то, что мы обозначили для тех, кто активно играет сейчас, есть еще и беда для тех, кто 100 и более боев имеет на своем аккаунте и больше месяца в игру не заходил. Для них, то есть ты тупо заходишь в игру, и у тебя бац, получается рандомно любой из этих 4 прем-танков на аккаунте. Если все 4 у тебя уже есть, эти конкретно, то ничего не получаешь. Зачем тебе и так все есть? И все. И это вторая часть этой всей акции. А, и еще вот такая тема, кстати, чуть не забыл. X2 за все победы. На 25 боев один раз на аккаунт. То есть всего, не в день. Всего на 25 боев тебе выдается на X2 опыта за победу. То есть ты вернулся в игру, выфармил, ну, бесплатно взял прям танк в аренду на 7 дней. Бахаешь опыта еще в 2 раза больше, 25 раз. И чё? И фармишь свободку или что угодно, если ты снимаешь звезды. Даже не звезды, в смысле, звезды и так снимаются, X2. Кроме этого, 25 боев, то ты что-то можешь сильно прокачать. Короче, давайте аналитика. Для тех, кто в игру играет с прем-аккаунтом, на прем-танках, с резервами, с клановыми всякими бонусами, это все слону дробина. То есть, это 200к в день. Ну чё за фигня? Но, на секундочку, друзья. Вот я помню золотые времена, когда я на КВ фармил серебро, чтобы купить ИС-4. Всего лишь 1000 боев сыграл суммарно примерно на аккаунте. 1000 боев, блин, по 30 тысяч с каждого боя. Привозить это еще за хороший бой. Здесь 200, просто за 15 сверху того, что ты уже имеешь. Просто давайте представим все вместе. Для игроков, которые в игру вообще не донатят и не играют на высокоуровневой технике, она же у них вся поисследована, но не куплена. Где вот найдешь 6 миллионов 100 тысяч серы, чтобы купить себе десятку, если ты там ее, допустим, открыл? Да нигде нафиг. А тут с этой всей вознёй ты, получается, по 200 кассов каждый день можешь фармить.
Тебе не нужен ни прем-аккаунт, ни прем-танк, потому что уже тебе их дадут на неделю. Правда, если ты давно в игру не заходил. Если в текущем формате играешь, то там прем-танк не дадут. Ну, может быть, у тебя какие-то марафонные танки есть. Но неважно. Самое главное, еще плюс 200. Вопрос, сколько продлится вся эта фигня? То есть 1,5 триллиона серебра, сколько, за сколько времени игроки повытаскают? Вот смотри, это я уже показывал картинку в одном из прошлых видео. Это у нас текущий онлайн сейчас в танках. Сайт какой-то там варгейминский, то есть он, ну, врет, не врет, неважно. Самое главное, что примерно, я думаю, тут какая-то правда есть. То есть в это мы выбрали, что здесь, это у нас за последнюю неделю. За последнюю неделю у нас все одинаково по дням, и максимально было примерно 466 тысяч человек, и в среднем 227. Это денно и ночно играющие. То есть, если взять по среднему, это 227 тысяч человек, ну, допустим, 230. Каждый из них, допустим, заберет свои 200 тысяч серебра в день, то сколько дней понадобится, чтобы опустошить этот весь банк? Давай посчитаем, помножим это все. Я помножил, получилось так, что примерно 32 дня нужно, чтобы 227 тысяч игроков каждый день выполняли эту задачу, то есть играли по 15 боев. Попадая в топ-10 по опыту. 30 дней, чувак. Это месяц. И теперь представь, вот для игрока, у которого нет прям танка, каждый день получать 200 кассов, кредов за месяц, это еще умножить на 30, тупо, сколько получается? Да я догадаюсь, 6 миллионов. Это можно купить себе тупо одну десятку. Вот такая вот математика. По факту, десятка на халяву. Это сейчас можно к этому же припахать, на, например, ну, ускоряющуюся необходимость поторопиться с ФВшкой с той же, которая ФВ-215Б, ее же, вот-вот уже, совсем скоро будет новый патч, ее поменяют на супер коня, чтобы все успеть нафармить, к примеру. Ну, в общем, выводы делайте сами, но смысл в том, что если ты играешь без прем-аккаунта, вообще без доната в игру, то лучше акции для тебя, наверное, не придумать. Ну, вот она не сверх, да, это не 6 миллионов в день серебра, важно понимать, по 200 кассов, но все равно, а чё нет-то? Это, и этого, как говорится, могло бы и не быть. Вот такие новости были у меня на сегодня, собственно, вы можете это прямо сейчас, эту ссылку открыть, она на портале есть в новостях, и все, и следить за тем, как в этом вагоне убывает серебришко. Примерно месяц, друзья, примерно месяц с завтрашнего дня бахаем в тупо в танкач, и даже если ты один бой всего будешь играть в день... Ну, просто зашел, нажал в бой. Ну, надо там поиграть, да, просто так выйти не получится, опыта не дадут. Что-нибудь там пару выстрелов бахнуть, и 3 миллиона поднимешь за месяц серебра. На него можно потом на голды напокупать, там, расходников, аптечек. Любой беды, короче, но не мне вам рассказывать, что можно купить за серебро. Вот. Если рад, что я тебе прочитал эту новость, и ты сам такой, спасибо, вот теперь с выражением, это я все усвоил, теперь даже понятно стало, жми лайк. Увидимся на стриме, всем пока. Thank you.